Очень часто бывает, субхана, прекрасные братья, то есть они когда принимают ислам, Аллах, и прекрасные братья бывают, альхамдулилля. Но очень часто, то есть, ну, не стоит спрашивать, например, где твой отец, что много, то есть бывает они что, то есть нет, не как безотцовщина и так далее и тому подобное. Аллах мустаан. Или же, то есть, не родители бывают неверующими. Но, субхана, Всевышний Аллах, субхана таля, вот это у братья удивительно. Как Аллах, субхана таля, открывает кому-то сердце, субхана. Шейх нам один рассказывал про братья индус. Кто такие индусы? Некоторые люди, про всех людей из Индии называют индусы. Индус — это религия. Хиндусы, то, что называется. То есть, это сики и так далее. Это религия. То есть, индус — это мушрик, сказать, как будто это человеку. То есть, человек индиец, который с Индии, или же индеец, который в Америке, или же некоторые люди, которые являются индейцами. Хорошо. То есть, он был индусом, поклоняется коровам, которые и так далее. И он, то есть, у него, братья, представьте себе, живет он где? В деревне, и вот индусы, вокруг только индусы. И он говорит, я с самого детства, то есть, ну, не признавал это, мне это не нравилось. Я, говорит, уходил далеко и просто вот вставал и как-то просто как-то поклонялся там, рукой и так далее совершал, поклонялся только Богу, говорит. Я знал, что над небесами есть какой-то Господь, и не может быть, то есть, какая-то крыса или же какая-то корова и так далее. Не и, говорит, субхану, вот Аллах, субхану таля, так сделал, пока, говорит, Всевышний Аллах, субхану таля, не предупредил, что один человек, когда же более того, он был, то есть, заблудшим, придерживался, то есть, идеологии братьев-мусульман, то есть, ихвануль-муслимин, секты заблудшие. Говорит, и вот Аллах, субхану таля, сделал причиной, что я принял ислам, и более того, после этого начал изучать, еще и салафитом стал. Потом опровергал этого человека, говорит, субхану, то есть, как так ты меня привел в ислам, и такие вещи. И вот представь, Аллах, субхану таля, открыл, представьте себе, то есть, среди многобожников, где-то посередине, ну, вот Всевышний Аллах, субхану таля, открывает какое-то сердце, оно, братья, не желает никого, кроме Всевышнего Аллаха, субхану таля.